Вторые игры стран СНГ – это уникальная возможность для юных спортсменов доказать свои спортивные навыки. Многие из них занимают впервые свои призовые места, что делает это событие еще более запоминающимся и значимым для них. Как вам Беларусь? Все хорошо, все прекрасно, город очень красивый. Стадион тоже очень красивый. Вы участвуете в соревнованиях? Да. В чем именно? Я бежала 60 метров, уже отбегала. А вы? Я бежала дистанцию 2 километра. Я думала, что я отбегу намного хуже, но я отбежала намного лучше. Я довольна своим результатом. Скажите, как ваши дела, как настроение? Прекрасно. Ну, что ж, дорогие друзья, за кого вы болеете? Болею за всех. А вы откуда? Я отсюда, из Минска. Но очень приятно, что благодаря этим играм я встретил здесь своих ребят, родных по духу и родных по спорту. Дело в том, что я одно время был член сборной Туркменской ССР, а здесь приехали представители и начальник команды, Гильды Реджепов, с которым мы вместе бегали. 82-й год, молодежные игры в Москве были и многие другие соревнования. А также здесь встретил своего тоже хорошего коллегу по спорту Александра Чернова. Кстати, его внучка победила сегодня в соревнованиях 60 метров с барьерами. Вот видите, какой тесный у нас мир, да, и как вторые игры нас всех объединяют. Я очень счастлив, что есть такие соревнования. Это объединяет, это очень создает атмосферу, что мы едины и мы непобедимы. Спасибо Республике Беларусь, спасибо всем организаторам. Это очень здорово. Ну, технически сложилось немного лучше, чем вчера. Соперники были довольно сильные. Особенно российский соперник, ну и наш белорусский Станислав Стимасов. Как долго вы готовились? Я занимаюсь легкоатлетикой около года. Недолго уже участвую в таких масштабных играх. Вот, я доволен своим результатом. А как вчерашний результат вы оцениваете свой? Я доволен, я побил свой личный рекорд. Спасибо большое, желаем вам побольше золотых медалей. Та атмосфера, которая царит сейчас на стадионе, среди ребят, говорит о том, что эти соревнования нужны и очень проходит интересно в захватывающей борьбе между белорусскими и российскими спортсменами в первую очередь. Но также очень здорово выступает команда Узбекистана, ряд спортсменов из Казахстана. Поэтому эти соревнования интересные, важные и с точки зрения развития легкой атлетики в целом. Ульяна Ярмоленко, Оксана Канашец, агентство «Минск Новости».